Ребят, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. Сегодня мы вместе с вами поиграем в новую игру «Всплеск силы». Давайте, друзья, разбираться вместе с вами. Что же это за новая игра? Итак, у нас есть котик Том и есть какие-то зверушки. Но почему же они в клетках? Неужели эти еноты захватили всех зверушек? Так, давайте посмотрим, ребятки. Кстати, ребята, если вы играете в эту игру, обязательно поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких игроков. А вот и еноты. Так, что же нам нужно делать? У нас есть маленькие подсказочки, давайте посмотрим. Ага! Ха-ха! Мы будем целиться в енотика. Оу, мимо, Том. Так. Ага, получай, воришка. Вау, он тоже у нас бросается, ничего себе. Так, нам нужно не промазать, ребят. Опа, вот тебе. Мы убили первого енота. Ой, Том радуется. Так, отлично. Смотрите, я так понимаю, мы получили 40 монет. Поехали дальше. Ого, сколько у нас монеток. Так, продолжаем. Два енота. Окей. Давайте, ребятки, настроимся. Ой, а как же так, нам не видно совсем. Опа! Ну же, ну же, ну же, ну же. И что случилось? Так, опа! Ага, это была пауза. Вот это да. А, мимо, мимо. Идет. Опа! Ой, чуть ниже нужно было брать. Ого! Мамочки, ничего себе! Вот это оружие у них. А если немножечко вот так вот. Баба! Один есть. Мимо! О, нет! Ай-яй-яй-яй-яй! Ух ты, злодей! Так, нужно брать немножечко ниже. Ну, вообще-то я вам скажу, прикольная игра. Ай! Немножечко попали. Так, у нас он пульнул мимо. Выберем правильную траекторию. Ай, чуть-чуть бы ниже. Мимо. Так, у нас есть еще возможность. Давай, давай, давай. Опа. И есть. Отлично. Еще один енот. Том танцует. Так, что это такое у нас? Ключик? Что за ключик? Так. О, смотрите, отлично. Мы построили домик. Вернее, мы его отреставрировали. Так, еще нам нужно ключики, чтобы освободить этих животных. Так, у нас следующий бой. Ой, что это за кнопочка возле енота? Очень интересно. Ладно, ребятки, давайте начинать наш бой скорее. Енот думает, мы не попадем. Ха-ха, глубоко ошибаешься. О, нет. Ха-ха, мимо, мимо. Ай, они тоже у нас стреляются. Вот гаденыш. Берем немножечко ниже. Так, ну где-то вот так попробуем. Вот тебе, круто. Ой, что это за сундук? Интересно, что в нем? Нужно будет обязательно посмотреть. Ай, у нас снова попал енот. Так, теперь берем ниже. А если вот так вот? Ай, ой, попали, попали. Молодцы мы. И еще разочек. Так, надеюсь, мы попадем. А если вот так вот? Оба! Класс, какой ловкий удар. Круто. Ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то скорее обязательно подписывайтесь. Нажимайте на красную кнопочку подписаться. И не забудьте нажать на колокольчик. А я сейчас попробую открыть сундучок. Так, открываем его. Что у нас? У нас монеты. У нас ключик. О, у нас уже два ключика. Так. Ребят, может быть попробуем открыть какую-то клетку? Интересно, у нас получится. Нам показывает на ключик. Давайте нажмем ключик. О, смотрите. Мы освободили обезьянку. Ура! У нас получилось. Какие мы молодцы! Одна обезьянка же на свободе. Так, поехали дальше. У нас снова бой с енотами.
сколько у нас енота. Так, у нас два енота. Ребятки, ну мне все-таки интересно, что же это за кнопка? Давайте попробуем как-то, может быть, на нее попасть. Сейчас попробуем. Так, ух, тышка, отлично, вау! Эта кнопка действует как бомба. Смотрите, мы сразу расправились с двумя енотами. Это же круто! Где наш бонус? А, у нас есть даже магазинчик. Так, давайте посмотрим. Нам предлагают купить монеты. Мы купили монеты. Очень хорошо. И мы можем даже покупать ключики. Ладно, хорошо. Ребят, давайте заглянем к этот сейф. У нас снова монеты. И мы можем купить еще один даже сейф. Но пока у нас не хватает монет. Хорошо. Так, что у нас здесь есть? О, у нас есть еще Анжела, и мы можем ее купить. Купим, друзья? Конечно же, давайте ее купим. Так, ну что, Анжелочка, вперед, спасать мир. Класс, теперь у нас Анжела против енота. О, ух ты ж, что это такая за монетка интересная? Какая-то зеленая монетка. Давайте попробуем ее сбить. А, не знаю, у меня получится или нет, но я попробую. Вперед, давай, стреляем. Вау, ребят, клево. Мы подбили эту монетку. А, о нет, 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 Анжелу нашу немножечко подбили. Ах, так, сейчас мы с тобой расправимся, енот. Вот тебе. Засмеялся? И тебя сейчас тоже мы немножечко подрежем. Так, давай, Анжелочка. Опа! Ну же, клево. А вы видели, чем стреляет Анжела сердечками? Так, что же это за монетка? Посмотрим. Ага, ничего мы не можем посмотреть, хотя сейчас посмотрим. Вот, да, это монетка. И что же это было? Если честно, немножечко не поняла. Ага, нужно нажать. О, а, смотрите, нам таких монеток нужно 8. Чтобы открыть вот такого клевого пирата Тома. Вау, какая классная, шикарная Анжела. Ничего себе. Хэнк, в доспехах. Космический Том. Вот такой вот есть еще Том. Ух ты, Анжела в зимнем костюме. Круто, смотрите, сколько здесь героев. Какая красивая принцесса Анжелочка. Хэнк. А, полицейская Анжела. Класс, смотрите, ребятки. В общем, героев здесь очень-очень много. И нам предстоит вместе с вами еще очень много работы здесь. Так, ребят, предлагаю немножечко построить наш домик. У нас есть монетки. Вернее, не наш домик, а домик вот таких вот прекрасных маленьких животных. Так, и еще есть 150 монет. Так, и третий домик отреставрирован. Хорошо, у нас, кстати, есть еще ключики. А, нет, ключики нам нужно купить. Ладно, хорошо, пойдемте немножечко повоюем и заработаем еще монет. Ребятки, ну как вам игра? Если она вам нравится, обязательно ставьте лайк. А мы продолжаем воевать енотами. Сейчас я посмотрю, как они здесь стоят. У нас 3 енота, у нас есть бочки. Так, кнопочек у нас нету и монеток. Вернее, копеек, тех, которые нам нужны, тоже нету. Так, есть. Минус один. А, не уплывают. Вот что с еноты. Ай-яй-яй-яй-яй. О, нет, 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 нет. Анжела, поднимайся. Сейчас мы здесь будем мочить. Вот вам. Ай, немного не добросили. Как жаль, как жаль. Осторожнее. О, нет, 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 Анжелочка. Ай, у нас очень мало жизни осталось. И мы еще дальше теперь. Ого. Так, есть, двоих сразу. Классно. Вот это прицел. Анжела танцует, довольная. Конечно, я бы тоже радовалась. Вернее, ей так радуюсь. Класс. Ну что, продолжаем, ребятки? Продолжаем. Нам нужно победить, кстати, 15 енотов. Тогда нам дадут волшебный сундучок. Так, уже на улице вечер. Смотрите, луна какая огромная, звезды. Очень красиво, прикольно. Так, 2 енота. Ты что смеешься? Ага. А ну-ка, Анжела, разберись с ним. Вот тебе. Засмеялся.
Осторожнее. Оу, этот стреляет по самолетам. Так, теперь нужно взять немножечко выше, совсем чуть-чуть. И пали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ох ты, какой хулиган. А вы видели, ребятки, что он нам показал? Ничего, гаденыш, сейчас мы с тобой справимся. Чуть-чуть ниже. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот тебе. Плыви отсюда. Злодей. Так, ну что у нас? 7 енотов всего мы победили. Хорошо. Или сколько, ребят? Нам показывает, по-моему, 7. А, нужно 15. Что здесь у нас? О, еще какая-то локация, я так понимаю. Пустышка, зимняя локация. Класс, ребятки, вообще прикольно так. Скорее бы дойти нам до новых локаций. Так, давайте еще разочек в бой. И, к сожалению, на сегодня время у нас-то заканчивается. Как быстро пролетело время. Так, 3 енота. С кого мы начнем? Давайте посмотрим. Тот, который ниже, слизни или выше. А давайте, наверное, начнем тот, который стоит самое внизу. Вот один есть. 8 енот. Ага, не попал. Так. Тот, который выше возьмем. А если вот так вот тебе. Опа! Ребятки, как метко стреляет наша Анжела. И остался один енот. Того. Поэтому нам нужно высоко стрельнуть. Опа! Ребят, ну это невероятно круто. Классно, молодец, молодец, Анжелочка. Какие мы молодцы. Ну что, 10 енотов мы победили. Так, я запустила время для открытия нового сундучка. Ну что, друзья, на сегодня на этом мы, наверное, закончим. Вас я обязательно жду в следующей нашей серии. Обязательно приходите, я вас буду ждать. Мы будем продолжать бороться с енотами и спасать наших маленьких, хорошеньких таких вот животных. Обезьянок, лягушечка у нас есть. И у нас есть, ну, похоже на котика или тигренок. Скорее всего, это маленький тигренок. Друзья, пишите нам свои комментарии. Если вам понравилась эта игра, обязательно поставьте свой лайк. И жду я вас в следующей серии. Всем пока-пока. До скорых встреч, друзья.